Это сейчас куклы дарят детям для игры. Раньше они служили оберегом. На салоне авторской куклы, открывшемся в Киеве, можно проследить всю кукольную эволюцию. От старинных кукол-мотанок и глиняных до современных авторских. Авторская кукла, конечно же, это просто другой вид искусства, чем тиражная кукла. Тиражная, она делается в большом количестве экземпляров. Она, ну, доступна для всех деток, а авторская кукла делается в единственном экземпляре, и, конечно, это совсем другой вид искусства. Чтобы изготовить куклу на фабрике, сначала нужно было создать авторский образец из гипса, придумать удобную современную детскую одежду. Сейчас, когда производство кукол уже приостановлено, в моду входят авторские куклы, где ограничений в выборе одежды, да и образа в целом уже нет. Мастера-кукольники говорят, их произведение – это искусство, ведь сочетает оно разные виды творчества. Это и костюм, и визаж, и прическа. Карина выставила на конкурс свою куклу. Что-то среднее между персонажем Аватара и эльфийкой-шаманкой. Девушка говорит, в куклах мастер отображает самого себя, только желаемый образ. И не правда ли они похожи? Быть мифической, легкой, фантастической, увлекающей, зовущей к чему-то неведомому, новому, интересному. А Елена Князева находит образы в повседневной жизни. Я увидела фотографию в интернете девочки в кокошнике, просто на каком-то празднике. И мне настолько ее лицо напомнило Снегурочку из сказки, что мне захотелось сделать ее. Елена и Карина занимаются куклами около года. Профессионалы говорят, овладеть мастерством изготовления куклы можно всего за 36 часов. Делаем вот такую вот болваночку, формируем там, чтобы она получилась у нас в форме яйца. Далее в основу из фольги вставляют две бусинки, будущие глаза, а сверху облепляют полимерным пластиком. Дальше создают овал лица, его черты и мимику. Каждая форма – это что-то там, шарик, капелька, колбаска какая-то там, лепешечка. Все это мы прилепливаем. Марина говорит, популярность такого творчества растет, а с ним и количество учеников. Вообще очень нравится сам процесс вот этой вот лепки и соединения всех этих деталей. И хотя изготавливают авторские куклы в основном женщины, приобретают их большей частью мужчины. По словам мастеров, коллекционеры особенно ценят куклы с характером. При этом образ должен быть дополнен большим количеством интересных деталей. Похоже, создавая или приобретая куклу, каждый хоть ненадолго хочет снова соприкоснуться с детством. NTD, Киев, Украина.